Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. И перед тем, как начать смотреть это видео, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, а мы начинаем. Две мамбы и один ведущий. А все почему? Потому что сейчас мы будем стрелять с вами с обычного арбалета сил натяжения 120 фунтов и с усиленной мамбы сил натяжения 200 фунтов. Чтобы было проще ориентироваться, на усиленном арбалете стоит, на усиленном арбалете есть приклад, чтобы вам было проще ориентироваться. На обычной мамбе приклада нет. Мамба 120 фунтов. Стреляем по кирпичам. Так, тут берегись, пригнись, потому что может отлететь куда-то. Я попал же в кирпичи, да? Это хорошо, потому что... Ну, все-таки мамба больше, наверное, для развлечения со стандартными плечами. Ой. А сейчас посмотрим, что у нас будет с усиленными. Ну вот, а это раскололо. Пойдемте глянем. Ну вот это сейчас было прям приятно, когда стрела воткнулась в этот кирпич, кирпич разлетелся, и стрела еще не отлетела. В общем-то и по звуку прям, ну это то, наверное, ради чего можно покупать усиленный арбалет. И обратите внимание, что мамба со слабыми плечами, ну я даже не понял, попал я в кирпич или нет, потому что она просто отлетела, погнулся инсерт, ну и все по классике. А тут вот пробилась и стрела, ну ладно, стрела не выжила. Но все равно мощности тут как бы на порядок больше, может быть, даже подойдет для охоты на какого-то некрупного зверя. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам видео понравилось. На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч!